Всем привет! Я очень рада видеть вас на своем канале для просмотра нового видео. И сегодня я хочу поделиться своими впечатлениями о той косметике, которая больше всего поразила меня в прошедшем 2020 году. В моей жизни было что-то хорошее в этом году, и отчасти, в том числе, это была и косметика. И сегодня я хочу рассказать о тех must-have, которые стали просто моими супер находками в 2020 году, которые еще можно купить, которые можно раздобыть и которые я могу смело вам порекомендовать. Если тема косметики вас интересует, обязательно оставайтесь на моем канале, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и ну, я, пожалуй, с первого и самого моего любимого на сегодняшний день средства по уходу за кожей тела. Это баттер у меня персиковый от торговой марки Joka Blend. Это украинский бренд, который достаточно давно уже вышел на украинский рынок, и это мое не первое знакомство с этим брендом. И это одно из самых прикольных средств от этой марки, которые я когда-либо пробовала. Это просто невероятно вкусно пахнущая штучка для тела, которая очень круто питает кожу, увлажняет ее, делает мягкой, бархатной, шелковистой, очень-очень напитанной. И вообще очень красивая, ну, внешне, просто вот по виду. И, то есть ее приятно не только трогать, но еще и смотреть на нее. И этот баттер для тела очень хорошая штука, когда вы пытаетесь вести неравный бой или равный с целлюлитом на некоторых частях своего тела. Вот эта штука тоже очень классно работает и очень круто помогает. Но да, как бы самое большое достоинство этого баттера как раз-таки это его запах. У этой линейки, у всей такие фруктовые ароматы. Я выбрала персиковый для себя и вообще не пожалела, потому что пахнет вся эта прелесть какой-то такой сладкой жвачкой, бубл-гумом, не знаю чем, но это очень вкусный запах, его просто хочется съесть. Останавливает только то, что это средство косметическое для тела, его есть нельзя. Дальше пойдут уходовые средства для лица. Волосы как-то я не буду трогать, об этом я рассказывала в одном из предыдущих видео, ссылку на которое я оставлю в описании и также где-то здесь. И дальше пойдем по уходу за лицом. Первое, о чем я хочу рассказать, это патчи. Называются они Wake Up от того же Joka Blend. Это патчи, которые предназначены для именно использования именно утром, для того, чтобы привести себя по утрам в самый красивый, такой нежный, милый вид, как будто бы вы выспались и хорошо себя чувствуете. Лично у меня подобные случаи бывают крайне редко, и эти патчи стали очень хорошей находкой для меня. Самая главная их задача, которую они выполняют на 100%, это снимать отеки с лица. Вернее, не с лица, а именно из-под глаз. И эти штуки убирают отеки вот так вот. И второе, это немножко уменьшение каких-то темных кругов, осветление кожи, естественно, ее смягчение, питание, увлажнение. Работает на ура. Не скажу, что прям супер-пупер питание получаешь, но патчи, они-то для этого и не предназначены, в принципе, по крайней мере, с моей точки зрения. А вот именно такой wake-up, доброе утро, эти патчи делают вот просто прекрасно, просто отлично. В баночке достаточно много сыворотки. Патчи имеют очень легкий такой косметически приятный аромат, но он вообще не раздражает, не мешает и исчезает, наверное, еще минуты через 5-7 после начала использования. Ну, как вот положила патчи под глаза, так оно и пропадает достаточно быстро. Единственный минус у этих патчей, который мне не нравится, касается не их действия, а именно их текстуры, а вернее того, что эти патчи, ну, очень тоненькие. Я человек с длинными ногтями, и у меня еще, наверное, ни разу не было такого использования, чтобы я эти патчи не проколола, не повредила ногтем. Хотя вроде стараешься их брать, там этой ложечкой подхватывать пальчиком, супер аккуратно, но тем не менее они очень сильно рвутся. И это немножко неудобно, но в этом же состоит и некоторый плюс, потому что за счет того, что патчи совсем тонкие, они очень классно прилегают к коже, они очень так четко перебирают форму глаз, и приткнуть этот патч под глаза вообще не проблема, потому что даже если изгиб патча не совпадает с изгибом ваших глаз и изгибами на вашем лице, это вообще не имеет никакого значения, потому что патч очень-очень тоненький, и он стопудово ляжет под глаза так, как вам нужен. Крем для лица от торговой марки Elixir. Это марка именно аптечной косметики. Она позиционирует себя как эта марка, в принципе, как аптечную косметику, и у них есть всевозможные там биологически активные добавки, такие полулекарственные средства,
и в том числе какая-то часть уходовой косметики. И из, наверное, из всех средств, которые у меня были, вот эликсир, вот этот скраб, он больше всего прижился в моем обиходе, и я вот реально в него в восторге. У него очень-очень-очень мелкие такие вот эти скрабирующие частички. Он напоминает мне даже скорее что-то ближе к пилингу, нежели скраб. Но пилинг, наверное, он еще более мелкий, а это вот такой очень-очень-очень мелкий скраб. Очищает он кожу и скрабирует очень так хорошо. Он вроде бы мягко действует на кожу, но тем не менее переусердствовать с ним реально можно. И кожа такая будет совсем красная, очень сильно обновленная, поэтому вот переусердствовать с ним не стоит, именно благодаря его вот такой вот очень мелкой текстуре. Распределяется по коже прекрасно, смывается с кожи точно так же прекрасно, все нужные зоны на лице он очищает, убирает все ороговевшие клеточки, это очень классное средство, при этом он совершенно не жирный. Вот что мне безумно понравилось, в нем вроде какие-то масла есть в составе уходовые, но тем не менее он не жирный, он не оставляет за собой ни пленки, ни какого-то ощущения маски, вообще ничего. То есть он смывается абсолютно полностью с лица, а оставляет за собой только свежесть и ощущение вот полной чистоты на коже. И дальше ты уже наносишь на это все сверху там какие-то уходовые средства, там кремы, сыворотки, масочки, кстати, все что угодно, и вот оно именно действует, и нету такого, что у тебя вот тут скраб был, тут от него остатки остались, ты его вымыть не смогла, ну еще сверху еще что-то намазала, и тебя в конечном итоге до утра вкидала. И дальше перехожу к такому же не ежедневному уходу, это маска для лица, вернее у меня их две. Первая маска это увлажняющая маска гелевая от марки Terra Matter. Это маска, которая вызвала у меня самые спорные вообще ощущение, которое только может вызвать косметическое средство. Она имеет гелевую жидкую текстуру, такого желтого оттенка, и по всем параметрам, кроме запаха, напоминает мне мед. Меда в составе нет, ни в каком виде вообще. Но вот глядя на эту маску, у меня почему-то идет впечатление, это мед. А я мед не перевариваю. Я вообще не люблю мед. Меня начинает тошнить буквально от одного его запаха, и у меня сформировался такой внутренний психологический барьер, что это мед, я не могла этой маской пользоваться. Мне было даже неприятно вот запустить в нее руки, то есть рука к этой маске не тянулась на полке совершенно. Оценила я эту маску где-то летом, когда я стала замечать, что коже требуется дополнительное какое-то питание, и именно в плане увлажнения, то есть не масла, а скорее вот увлажнение, а не питание. И я пересилила себя использовать эту маску. И с того момента я поняла, что все, что было раньше, это я зря. Да, у маски специфическая текстура. Да, она до сих пор неприятна мне в тактильном плане. Но насколько круто эта маска работает. Я просто не могу дать вам словами. Она увлажняет, напитывает кожу. Делает ее абсолютно гладкой, мягкой, бархатистой. Увлажненная. Вот складывается впечатление, что вся вот эта влага, она накапливается вот прям под кожей, тут, вот рядышком. Это очень классная маска, у нее имеется такой длительный эффект и накопительный, как бы в общей сложности, что кожа находится в прекрасном состоянии при регулярном ее использовании, хотя бы дважды в неделю. Но и после самой маски еще дня два ты ощущаешь вот это вот ощущение влаги в коже, и нет какого-то чувства стянутости или неприятных ощущений. И вторая маска, о которой я хочу рассказать, это маска от Цукерки, это украинский бренд косметики ручной работы. Она супер натуральная, эта косметика, у нее очень короткие сроки пригодности. И эта маска детокс, она имеет быстрое действие, то есть это прямо она так, по-моему, называется, экспресс-маска. Она работает вот здесь и сейчас, у нее нет особого накопительного эффекта, она не делает там все, что там ты 5 раз ей там помазался, 3 недели возюхался, только тогда ты видишь результат. Нет, от этой маски приобретается результат тут и сейчас. То есть это вот та скорая помощь, которую я использую обычно, когда я сегодня выгляжу как подкошенный валенок, но мне нужно куда-то пойти, где я должна выглядеть вот прям вау. Вот эта маска как раз то, что мне нужно и то, что я просто обожаю. Дальше средства, которые я бы относила к ежедневному или почти ежедневному уходу. Первое это крем от Terra Matter для чувствительной кожи. У нее очень классная упаковка у этого крема. Я обожаю подобные упаковки, где
основная масса продукта не имеет никакого контакта с вашей кожей, туда не попадают никакие бактерии. Те средства, которые мы используем каждый день, они должны быть максимально гигиеничными, чтобы всякая фигня в них не разводилась. Вот такую упаковку просто обожаю, и этот крем, это прям моя, это воплощение всех моих самых сокровенных желаний, наверное, в плане упаковки косметики. Крем имеет достаточно густую, такую жирную, насыщенную структуру. Он наносится на кожу достаточно таким плотным слоем, если не стараться разнести его более тонким слоем. И, кстати, если переусердствовать с его количеством, то можно получить обратный эффект, и, в общем, будет ничего хорошего. Но это дело третье. Но крем при этом безумно питательный. Он и подпитывает кожу, в нем там всевозможные масла, и немножко увлажняет кожу. Это штука, которая идеально подошла для меня в зимний период. Я начала тестирование этого крема летом. И, честно говоря, после буквально 2 или 3 использований у меня начали вылазить, в общем, воспаления на коже. Я посчитала, что крем мне совершенно не подходит. Но еще учла тот момент, что, может быть, дело в сезонности, потому что лето. Лето моя кожа вообще не любит такого плотного ухода. Ей нужно максимально все легкое, такое воздушненькое. И этот кремник я оставила до лучших времен, а вернее до холодов. И вот когда наступили холода, где-то ноябрь, конец октября, ноябрь, я снова вернулась к этому крему. Тут я его, конечно, оценила по достоинству. На зимнее время этот крем вообще идеален. Последнее в моем сегодняшнем повествовании, но явно не последнее в моем списке, это сразу 2 средства от Sané. Я показываю их вместе и рассказываю о них вместе, потому что обычно я и использую их вместе. Это кислотный пилинг от Sané. Я люблю кислотные пилинги, но использую их только в холодное время года, потому что летом, как бы, наверное, все понимают, что летом кислотные пилинги как-то не очень идут, потому что они достаточно агрессивно действуют на кожу. А вот зимой, в холодное время года, когда, например, за последний месяц солнце мы видели 3 раза, то как бы это самое то, оно средство. Эти пилинги очень классно очищают кожу. Кожа после них очень мягкая, очень бархатистая, очень гладенькая. У меня постепенно сходит именно после кислотных пилингов. Если есть какие-то где-то воспаления, шелушинки, все это проходит и потом опять не вылазит. Я обожаю эти пилинги, делаю его где-то где-то 2 раза в неделю. Курс они пытаются все-таки делать, не используя это все на постоянку, потому что это будет слишком много, по крайней мере, для моей кожи. Но вот курсами где-то 3 недели используем, 3 недели не используем, это прям песня, это прям мое. Кожа плюс очень хорошо осветляется, плюс осветляются мои ненавистные мной веснушки. И, в общем, это пилинги, вообще пилинги от Sané, это то, что я могу рекомендовать, и за что я могу ручаться всеми, в общем-то, своими фибрами души, потому что эта марка мне вообще очень нравится. Второе средство – это сыворотка, это одна и та же, вроде как, линейка средств, одна и та же серия, и вот эта сыворотка, она идеально идет у меня, если я использую вот этот самый кислотный пилинг. Я пробовала использовать сыворотку и просто, то есть она шла как просто ежедневный мой соло-уход, тоже очень классно работает, но идеально она мне, наиболее она мне нравится именно в комплекте с кислотным пилингом, когда ты получаешь на выходе, на утро, мягкую, бархатистую, напитанную, безумно гладкую кожу, светлую, и, в общем-то, выглядишь ты просто класс, просто вот. Это мой такой тандем, который я стараюсь не разлучать. Когда я перестану пользоваться пилингами каким-то причинам, то да, я все равно буду использовать эту сыворотку, может, не каждый день, но именно я буду где-то в комплексе ее с чем-то использовать. Но вот именно наиболее она играет у меня именно в комплекте с кислотным пилингом. Вот это все, что я хотела сегодня вам поведать о своей любимой косметике уходовой за 2020 год. Надеюсь, что 2021 год принесет мне тоже много интересных, хороших знакомств, и вы найдете для себя что-то классное, косметическое, что максимально подойдет вам и вашей коже. А на этой ноте я всем говорю огромное спасибо за ваш просмотр. Всем я желаю творческого вдохновения, крепкого здоровья, хорошего настроения и до новых встреч!